В эфире канал «Культура. Мать всех искусств». В рубрике «Я имею свое мнение и вас» певица Земфира. Певица Земфира, чья звездочка взошла 20 лет назад с песней «А у тебя спит, а значит мы умрем», высказалась о творчестве певицы Гречки, прославившейся в новые времена, с песней со словами «Мама, прости, я так хочу бухать, и если вдруг приспичит, то я пойду блевать». Земфира подчеркнула, что тексты Гречки не убеждают, и она некрасивая. А вот Монеточка пишет отличные тексты, но у нее омерзительный голос. Благодаря Земфире мы познакомились с новыми дарованиями, которые уверенно идут по ее стопам. Певец Киркоров, переживший возрождение с песней «Цвет настроения синий внутри мартини, а в руках бикини», в дуэте с оперным певцом Басковым, блиставшим на сцене Большого в партии Ленского, записал песню «Ибица». Слова «Ибица», «Ибица» стало сердце чаще. Эти строчки проложат верную дорожку к сердцу каждого меломана. Внимательные подписчики заметили, что Гарри Галкин, наш солый сын, подозрительно смахивает на Киркорова. Я-то знаю, что он мой сын, но сходство-то налицо. И тогда я копнул глубже, откопал свои детские фотографии. Не напоминаю ли я вам Киркорова? Посмотрите на это выражение лица. А вот здесь... Ну, чем не Киркоров? Силы небесные. Вот так начнешь изучать фамильные портреты и уверуешь в переселение душ. В действительности я сын Киркорова, а Гарри его внук. Одну минуточку. А можно там потише, а? А ты берешь по одной все время. Бери сразу две. 12, какая радость. Ой. Ты выиграла, да? Да. Что за танцы? Это танцы победителя, да? А что ты сделала на соревновании? За что ты получила медали? Я Данила заборола. Ой! Ой, больно! Спасите! Все, сдаем! Какие-то приемы, знаешь название в джиу-джитсу? Да. Ну, например? Например, я знаю... Бэк маунт, сайд контроль, колено на живот. Thank you.
Анатолию Ивановичу Медведскому 90 лет с лишним уже. Мое оздоровление начинается еще с вечера. Можете в 4 встать, женщины стирать уже. А я обычно в 5 стираю. Взять, руки взять вот таким образом и массируйте так 70 раз. А я... обязательно вот столько наслаждения в голос добавлять? Вот это. Я делаю 70 раз, вот так надо. Да, вы правы, надо все время психоэмоциональный такой, чтобы было на фон этом такой, фон. И мозг улучшается, работает отлично. Я 1000 рублей, задомогал! Когда вы делаете такое упражнение? Никогда! Запомните это! Как-то незаметно наше шоу превратилось в «Жить здорово». Thank you.